научная экспедиция доктора славянских прикладных наук, ученого Мальцева Олега Викторовича. С древности до наших дней. О чем молчат здания Мюнхена? Окаменевшая среднеатлантическая культура, русские слова на гробнице святого пирата? Стены зданий буквально кричат масонством. Мы не оставили без внимания ни одну улицу, ни одно сооружение. Сравнили всю художественную литературу XVI века с архитектурой Мюнхена. Вы даже не представляете, что мы там увидели. Весь Мюнхен – это дрофа. Как вы думаете, кому бы мог принадлежать самый величайший собор Фраункирхе? А что вы скажете на то, что это собор Розенкрейцеров? Или нет? Как, по-вашему, выглядит естественная иерархия творения Господня? Вы могли бы подумать, что она стоит на площади в самом центре Мюнхена? Символы, знаки, статуи, росписи, слова, тысячи подтверждений. А чего? Самый горячий спецрепортаж прямо из Мюнхена.